Привет! Сегодня хочу поделиться рецептом сосисок в тесте по рецепту из маминой тетрадки. Это настоящий вкус детства. Каждый раз, когда я готовлю, вспоминаю детство. Тесто по этому рецепту шикарное. Готовые сосиски в тесте мягкие и не черствеют даже на следующий день. Итак, приступаем. В миску наливаем 100 мл воды теплой. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Добавляем дрожжи сырые 25 грамм. Если будете добавлять сухие, потребуется 10 грамм. Перемешиваем и оставляем на минут 10-15, чтобы убедиться, что дрожжи работают. Теперь, когда убедились, что дрожжи работают, вливаем кефир 250 мл, разбиваем одно яйцо, кладем 1 чайную ложку соли и перемешиваем. Добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. В процессе замешивания вливаем растительное масло 30 мл. Муки мне требуется 500 грамм, тесто получается липковатым, так и должно быть, главное, чтобы оно не растекалось по тарелке, а держало форму. Закрываем пищевой пленкой и оставляем для подъема на 1,5 часа. Как только тесто хорошо поднимется, можно приступать к формированию сосисок. Перекладываем тесто на стол, обминаем. Скалкой раскатываем прямоугольник. Разрезаем на ленточки. Берем одну ленточку, немного растянем ее. Берем сосиску и обматываем получившейся ленточкой. Лишнее срезаем, закрепляем. Так проделаем со всеми сосисками в тесте. Из данного количества теста у меня получается 16 сосисок в тесте. Кладем на противень, смазываем яйцом. Даем сосискам в тесте постоять минут 10-15, чтобы они немного расстоялись. И ставим в разогретую духовку. Выпекаем при 180 градусах 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Нагрев вверх и низ. Готовые вынимаем из духовки. Вот такие они получаются мягкие сразу из духовки. Немного остынут и можно приступать к дегустации. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!